Короче, она меня, честно говоря, задолбала, это Алена, клянусь. Короче, мы снова расстались, ребята. Я уже не могу, честно. Честно, не могу. Кто хочет на проект, девчонки? Нормальные только девчонки. Не как Алена, блин, она надоела уже, честно. На проект кто-нибудь хочет? Здорово, Арзик. Пойдет, только я звезда не ТНТ уже, а Ю канала. И на фоне Алены. Да ты хочешь? Ну присылай, присылайте все свои визитки. Заходите всем табором. Аленка, привет, и Никита тоже. Ебать, вы что, охренели, что ли? Аленка, привет, и Никита тоже, как будто это Аленин прямой. Вы что, гоните, ребята? Старый, здорово, Арс, как ты? Дом 2 на связи. На связи. Весело у вас. Ну да, юморист. Gold to my wrist. Я юморист. Чего ты сейчас с таким лицом сидишь, как будто это не твоя идея была? В понедельник приду. Ну давай, хорошо. Понедельник. Женский заход, да? А, еще женский заход. Как думаешь, к кому придут? Ты меня травишь опять? Как я тебя сегодня, да? Молчанием? Нет. А что? Не к тебе. Не ко мне? Нет. Думаешь, ко мне никто не придет? Нет. Никогда? Нет. Ты меня настолько недооцениваешь? А? Да почему? А что тогда? Просто не придет. Ну, вас так приятно смотреть с Аленой. Спасибо. Но мы уже не вместе. Расстались. Нормально ты как, нормально. Классная пара. Пару слов. Была классная пара. Да, сплыла. Пока Никита в меня не кончила, я не залетела. Да, она же child free, короче. Я говорю, оставь ребенка. Она говорит, нет. Она говорит, нет, я child free, отстань от меня, нахуй. Фиг. Почему Аленка расстроена? Мы расстались, потому что. Сейчас инфоповод бахнем. Дом 2 ловушка, дом 2 еще что-нибудь там. Алена и Никита расстались. Да, да, Арзик. Именно. К тебе сегодня пришла дама, мы же видели Аленку рядом. Шутник. А. Ну да. Никит, привет, привет. Как вам, кстати, дама? Ну, стрёмненькая она, честно говоря. Тебя не смущает, что Аленка не хочет детей? Нет, у нее есть ребенок, я. Привет, привет. Ладно, что мы о нас. Как у вас дела, ребятушки? Ребята, я буду дангом. Всем привет, ребята. Сегодня был конкурс Мулинки. Скинул тысячу. Самый активный подписчик. Тебе пишут, что ты стрёмная. Мне пофиг. Никита с Аленой вместе? Нет. Что во рту? Член. Да это от чупа-чупса палочка. Нормально. Ты чё, блядь? Ты еще что-то мне будешь говорить? Ну я же не спешаю. Скажи, вырубай прямой, блядь. Ну ты видел, что я рот даже не открыла? Ну чуть это... Как? Завоняло чутка. Сука. Как я это сделаю, чтобы оно не отрыгивалось? Ну тогда, чтобы смачно, тогда нужно было рот открыть и как рыгануть это, нормально. Это воздух. Да. Да. Я не про Алену, а про новинку. А, ну да, стрёмно. А. У тебя как дела? Нормально все. А у Алены тестостерон повышен? Да. Да. Она больше мужик, чем я. Не, ну это, конечно же, неправда. Вы думали, что я говорил, что у нее больше волос, чем у меня. Это неправда. Вот смотрите на ее волосы. Ой, блин, как тут? На ее волосы.
на мои волосы. У кого больше? Конечно же, у меня, потому что я мужик, блин. Я мужик. Здоровья. Так что с Дангом приключилось? Так что, ну ушел он, все, он купил коляску сестре и красиво ушел. Не знаю, когда он там будет перевозить сестру. Видно, точнее, слышно, что друзей кавказцев много. Ну да, есть такой милашка, спасибо. Будешь? Нет. А, ты жвачку? Да. Ой, классная пара. Спасибо большое. Ты какие слова благодарности скажешь? Воздержишься? Ты же меня не показываешь. Что ты хотела что-то сказать? Такая... А что у вас с Дангом случилось? Да ничего, мы... Сценку отрабатывали, типа, на новогоднюю. На этом голове. Спрашивать, этом... почему выгнали, а не что у вас случилось? Нет. Это типа, помнишь, вопрос был? Зацепились с Дангом. Ну ладно. В натуре память. Эдуард, что ты? Эдуард Берег, 20. Вот. А что случилось у Ромашова Бигля? Не знаю. Палку сказали. Ладно. А правда говорят, что Алена пол тобой вытирает? Да. Я тряпка в отношениях конченая, причем меня бьют, блин, меня унижают. Я вообще... Что ты на это можешь сказать? Это не так. Ты сам этого хочешь, так ему говорить. Это твой выбор. Да. Я тряпка вообще, блядь, просто. Потому что я так захотел. Если я буду... Каха, если я захочу... Говно не убирать, то я не буду. Захоти, не хочу. Аленка прикольная, но время отношений открылось с другой стороны во время. Прям ми-ми-ми. Я сру, брат, понял тебя. Прелестница. Аленка, огонь. Ой, почему тебе комплименты летят? Мне вообще никто ничего не хочет сказать. Давай я буду вести. Нет. Это мой прямой эфир. Это мой инстаграм. Все. Ребята, да, задавайте вопрос, говорите, какой. Я нормальный, вообще хороший пацан. Отстань. Ну, поверни. Ой, прости. Бороться будем, жесть. Чё там? Салам пацанам. Нет, не покажу. Ладно, давай. Голова закружилась. Извините. Давай вот так на пол лица, как раньше. Модно было, понял? Ее любят больше. Да. У Алены какие-то проблемы с кожей в эфирах было. Да. А давай еще ведущий, да. Ах, Никиту не замечаю. Да я в тени, короче, я в натуре плюс один, походу. С какими животными вы себя ассоциируете? Я молочный. Он мужик в отношениях, он решает, когда спать и когда дышать. Вот, красава, Эдик, правильно. Анна и Морген хотят уйти после Нового года. Угу. Потому что у тебя нет ушей. Понял. Да, ты... Что я? Ты сегодня скрипишь целый день. Почему? Угу. Меня так не видно. Видно тебе нормально. Вот так.
Мне нужно на вытянутую руку. Нет. А как? Вот так? Вот. Нет, не вот, так. Вот, вот так примерно? Нет. Да что ты? Не так, вот так. Как дела у Ромашова с Бигриным? Нормально. У вас будут красивые дети, все в Алену. Даже дети, если бы были. Какие-то косят, типа, под обушек. Ну да, типа, да, кашу обушка я. Когда у вас начнутся выходные? У меня завтра. У меня никогда. У меня 30-го. Эй, робокоп. Давай я бит дам, ты зачитаешь нашим подписчикам. Эй, йоу, я Никитка. Я молочный щеночек. У меня постоянно нет аппетита, потому что я ем крабовые палочки. Все. Раз, два, три, четыре, пять, рифма с детства, я дружу. У меня в голове все в рифму. Ну ты прям в натуре. New school. Молодая кровь подрастает. Будешь скоро вообще эстрады просто покорять. Олимпийский твой по-любому. Да? Лужники тоже. Да, конечно. Брат, мой пахан тебя выделил, говорит, ты красавчик. Сауцы! Он врет. Вот сок, пошли в холодную, базару нет. Я уже там, заходи. Ремонт сделал. В смысле, Эдик будет врать, что ли, мне? Ты хочешь сказать? Эдик, ты мне будешь врать? Она получается... Мне кажется, ты врешь, что он врет. Не. Он нормальный пацан, он не будет врать. Или он тебе наедине сказал, что пахан, что пахан, говорит, что это тряпка и конченый лох. Ну сейчас все мужики такие. Пингвин, КГ, нормально. Килограмм пингвина. Да, блядь. Мы будем знать, Эдик, спасибо всего. Давай, Эдик, давай, бро. Подписывайтесь на него, это Эдик, он очень крутой пацан. Покажи жопу на камеру. Вы новеньких, новеньких, новеньких. Подтягивайте, да? А вопросы все равно про меня. Алена, ты с Глебом общаешься, что у него? Да вы заебали в натуре, блядь. Не, я не общаюсь с Глебом. С ним только Настя Раянашвили общается. Да. Все, всем покасики. Пока. Пока. Ты уходишь? Я уже. Давай. Давай, связь, брат. Наконец-то мы нормально пойду прямой эфир. А, сейчас будут отписываться. Сейчас смотри, резко, оп, из 25 сразу один будет смотреть. Эдик. Катилась только Аленка, пришла на дом 2, такая худышка была, и сейчас красотка. Да, конечно, что правда, то правда, не поспоришь здесь, конечно же. Спасибо за такие комплименты Алене, я ей передам, ей очень приятно будет. Угу. Ты мой прямой смотришь? А, купи Алене танцующего кактуса. Чего? Алена, АЕ на сколько дней выходные? Сильно. У Алены получается 6 дней выходных будет. Или неделя даже, да? Ну, короче, нормально, она кайфанет. Это я, у меня 5 дней выходных. Да, конечно, да. Вот такие вот дела, короче, ребята. 2 часа ночи. А мы еще не трахались, поэтому сейчас мы пойдем это делать. Поэтому всем спокойной ночи. Ночь нужна для того, чтобы трахаться. Все, всем пока. Всем спасибо. До свидания.